Серия взрывов прогремела на юге Таиланда. Погибли как минимум 7 человек, более 10 ранены. Неизвестный привел в действие взрывное устройство возле бара в одной из провинций. И почти в это же время несколько взрывов устроили в соседней провинции. Связаны ли эти теракты между собой, пока неизвестно. Сейчас полицейские пытаются установить, кто стоит за организацией.